45 лет главная спортивная площадка Ульяновского механического завода не видела ремонта. Со слов жителей, да и самих работников предприятия, после реконструкции стадион «Авангард» не узнать. Футбольное поле из искусственного немецкого газона, оборудованы две легкоатлетические беговые дорожки. А еще новые трибуны на 500 посадочных мест. Ремонтировать стадион начали вместе с самим спортивным комплексом «Авангард». Работы длились последние 2 года. Мы полностью поменяли полы, там у нас лестница. Мы сейчас можем играть в волейбол, футбол, мини-футбол на хорошем уровне, в эти виды спорта, баскетбол. То есть зал отремонтирован, сейчас у нас там раздевалки неплохие. У нас великолепный тренажерный зал. Поэтому вот футбольное поле у нас практически комплекс. Нам не хватает плавательного бассейна только, я так считаю. Церемония передачи символического ключа от футбольного поля состоялась 15 ноября. Долгожданное событие, именно так и не иначе называют его рабочие местные спортсмены, прибыли первые лица области и города. У вас активно реализуется хорошая корпоративная, социальная, ориентированная на улучшение качества жизни человека, политика на предприятии. Но вы один из самых спортивных коллективов. Более того, вы один из самых ориентированных на здоровый образ жизни коллективов. И вот этот шикарный подарок, который вы подарили, прежде всего, конечно, самим себе. Наша задача – это дать возможность людям заниматься своим здоровьем. Причем это хорошо понимают и наши военпреды. Они регулярно занимаются в этом здании физической подготовкой своей раз в неделю обязательно. Спортивные успехи раз за разом структурные подразделения предприятия демонстрируют на ежегодной спартакиаде механического завода. Последняя завершилась в октябре этого года. Победителей спортивных игр сезона 2017-18 наградили на открытие стадиона. Спартакиада на нашем заводе проходит достаточно давно, наверное, десятилетиями. И проходит она очень ярко, красочно, и, главное, желающих все больше и больше. По 16, по 17 команд присутствует на этой спорткеаде. Каждый год по 7 видов, 8 бывает даже. Первыми в этот день опробовать поле вышли юные воспитанники футбольной команды «Авангард». Ребята встретились в товарищеском матче. К слову, попинать мяч успел и губернатор. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.